такой экипировке сотрудник охранной организации должен прибыть на объект при поступлении сигнала тревоги. На мне сейчас средства индивидуальной защиты, бронешлем, который предохраняет голову от летящих осколков и ударов тяжелыми предметами, бронежилет и так называемые спецсредства. Палка резиновая, наручники, струйный баллончик. Еще есть служебное оружие, оно осталось за кадром. При атаке на пермский ВУЗ у охраны была возможность вызвать подкрепление. Стрелять убийца начал еще на подступах к зданию. Драгоценное время оказалось упущено. Тревожная кнопка не нажата, входные двери не заперты и не объявлена тревога по системе оповещения. Об опасности студенты случайно узнали из соцсетей. Потом в прессе напишут, что охранники университета работали без лицензии. В народе таких принято называть вахтерами. На мой взгляд, там как таковой охраны не было вообще. Хотя данные объекты относятся к категории антитеррористической защищенности. Ну, при правильно организованной охране, даже не при вхождении в само здание, а как только оказался на территории, потому что охранник должен увидеть его на экране монитора. А далее кнопка тревожной сигнализации и система оповещения о том, что учащиеся преподаватели должны укрыться. Современные умные системы видеонаблюдения способны не только распознавать лица, но и конкретные действия человека, например, падение на пол, бег. Программа мгновенно оповещает об этом охранника, который мог отвлечься от монитора или совершать плановый обход территории. Уже человек оценивает, реально ли это тревожное событие. Если да, то отправляет на группу быстрого реагирования. Если это какая-то ошибка, типа птичка пролетела, ну, значит, тогда тревога снимается. Это командный пункт одной из крупнейших охранных организаций. Зеленые точки на мониторе экипажей. Цифра означает их количество. Программа определяет, в каком квадрате мало экипажей и направляет группы туда. Время прибытия подкрепления на объект сокращается в разы. И это не какая-то инновация. Современный стандарт безопасности. Почему еще, вот, собственно, пульт и мониторинговый центр, он удаленный, да? Ну, потому что злоумышленник не может воздействовать сюда. И он не может пресечь поток информации, который поступает с объекта. А вывести охранника из строя? Ну, в общем, было бы желание. Было бы желание. Охранник на КПП, проще выражаясь, вертушке наиболее уязвим. Он первым принимает на себя удар просто потому, что сидит на входе. Вооружать его значит дать преступнику шанс завладеть служебным пистолетом. Так комментируют обывательскую идею эксперты отрасли. Сотрудник ЧОП на объекте должен не отстреливаться, а вовремя распознать опасность и принять меры. Элементарно нажать тревожную кнопку. Перед началом каждого учебного года Росгвардия проводит учения в школах и вузах страны как раз на случай такой беды. Стоять, Росгвардия! На пол! Лечь на пол! Сегодня в рядах силовиков негласно рассуждают о том, что к антитеррористическим учениям следует привлекать и самих студентов. Как это происходит, например, во время отработки пожарной эвакуации. Новая реальность диктует свои правила безопасности. Между тем существует постановление правительства номер 1006, которое строго регламентирует охрану объектов образования. В тексте есть четкое требование об охране вузов и школ лицензированными ЧОПами или сотрудниками Росгвардии. Алексей Хасянов, Иван Попов, «Степень защиты».